О боже, это было страшно. Это ты в туалет сходил, погоди. Ой, ой, тут смотри, тут переодеться можно. Я могу ему прическу поставить. Не-не-не-не-не, все, все нормально. Я верну. Я не хочу показывать свое лицо. Вот он я. А тут нельзя ничего вернуть, видит. Возможно, только ихняя одежда, которая у них есть. Вот он я, спаситель всего мира. У тебя нет лазерного меча, как у меня. У меня есть сок. Не, у меня есть... Смотри, мой меч проходит через тебя. Она красненькая, она что-то красненькая становится. Я сохранюсь на всякий случай. Но, вот, видимо, раз она красненькая становится, нам самое время, она сейчас позвонит, типа, беги ко мне, друг. О, у меня есть к тебе делишки. И мы такие... Ну, пойдем тогда. What's up, бейб? Бейба. Пришли, бейба. Бейба? Бейба, what's new, бейба? Бейба, если она пропойлила, если игра пропойлила миссию, может, давай выйдем, войдем, может быть так? Не, все нормально, пойдем. Сейчас мы забили найдем. Нафиг просто на миссии, все в жопу. Просто посмотри на карту, и там ты найдешь ответы, которые тебе нужны, на вопросы. Она должна нам звонить, карту. Понимаешь? Она позвонила уже, сказала нам, что делать, давай, смотри. Говорят, nothing going on right now. Stacy will call back to safe house if anything happened. Говорят, она позвонит, если что-то случится. А, ну тогда все, идем ебашить зомби, чё мы сидим? Это сучка не звонит, понимаешь? Сучка не звонит! Ладно, бегать будем тут рядом. Я возьму дрель. Ой, а нахера это сделать? Окей. А, нет, а что с бумерангом можно сделать вместе? И на него можно нацепить мачете или ножик, я не помню, и сделать с него... А, бумеранг с ножами, за что ты будешь получать топ опыт. Сейчас, погоди, я пока мусор раскидаю, как бомж сраный. Мне говорят, у меня будет больше пипи, если я буду убивать зомби. На 25%. Ну, я нашел кучу гвоздей. Это не круто. Я иду к тебе. Я вышел, стал просто всех убивать. Злости, потому что ничего не происходит, блин. Странный бумеранг. А, я дверь закрыл. Open the door, get out of the floor. Ой. Everybody wants to die in the door. Or die in the door. Вау, как я... Вау, я только что... Окей. Я кинул томагавк прямо ей в руку, ты и она умерла. Ты кричал-то, типа, кто тут есть. Это, или мне кажется... Да, теперь да. Вот тут есть медвежонок, который говорит. Ой, тут печеньки есть. Говорят, слушай, можно медвежонка как-то использовать. Говорит, не хочешь услышать историю и рассказывать мне историю. Я пожрал, я иду к тебе. Ой, там медвежонышки! Оди, води, води, води! Иди ко мне! Оди, води, водички! Оди, хорошенькие! О, ты мой хороший! Ой, иди! А давай притащим их к сейфру, может нам за это что-то дадут. Ой, эти маленькие. Ты чё, бросил мишку? Ты чё, бросаешь мишку? Не бросай. Я джедай, не можно, подаван. Подаван, контролируй свою силу. Как я в него попал. Ты дальше не можешь в него попасть. Вау, как я перебросил через сердце. А, так, сейчас. Нужно... Паузит, бэйби. Ладно, в общем, давай это... А, вот вижу эти. Пишем на кейс, может быть, я не знаю. Хорошо, да-да-да. Детка! Ты видел этот кейс? Почему она нас подставила? Детка нас подставила. Да фак, она нас... Ну? Может там будет совсем писюна, она такая... Иди ко мне, мой друг, иди ко мне. А может... Может быть это где-то на крыше было у нашего здания? Помнишь, там же в другие места можно было проходить? Да не может быть, там же... А, не посуда! О, боже! Что ты лезешь к моим... Яичкам, да, вот мне тоже не нравится их не настрой. Вот, здесь крутой костюм. Вау, вот это сапожник. Ой, смотри! Это спал! Прикольно. Тут есть, смотри, тут есть какой гребаный слоник. Вот слоники, это не апки. Вау! Вот это клевый слоник. Кит суперхиру будет. Он еще и военный. О, у меня есть мяч воздушный. Точнее, пляжный. Я лучше возьму вот это. Ой. Вау! Двойной страйк. Смотри, вау, у нас костюмы почти похожи, но все-таки нет. Ну мы с тобой как бы разнокостюмные парни. А сейчас погоди, дай его. Сейчас.
Чё? Вау! Чё? Чё ты делаешь? Он развалился на часть. Я кинул мёд, ты в него вешалкой кинул, а это мага. Его это разбудило, да? Да, поделилось. Ой, я тоже Соника возьму. Хватит кидать Соников. Возьми другую игрушку. Возьми этого, который разговаривает. Окей. А, меня схватили все равно, сейчас. Вот, да, вот самое время позвонить, сучка. Да, ну вот. Да, 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 мы идем, тупая скотина. Сейчас, погоди. Я Мишку забыл. Сейчас, стой. А, сучка, главное, подожди меня. Я буду ждать тебя, приятель. Я дождусь тебя. Из Мишки можно что-то сделать? Да, и на него можно пулемет насадить, и он будет стрелять всех. Лол. Ну это, ну ладно. Я буду знать, по крайней мере, что можно такое сделать. Окей, окей. Я иду, иду, иду. Он разговаривает со мной. It's a bad, best Мишка I ever had. Я как динозавр мечтал всегда о таком. Как бы, я бегу. Я кричу, издаю странные звуки, но я бегу. Кстати, Мишка, не видно, что у меня маска он динозавра. Он как будто схватил его за задницу. Он мне предлагает быть друзьями. Я сейчас кину в тебя своего Соника, если ты не прибежишь. Он такой ми-ми-ми-ми. Он говорит. А, не бы. Что за шутки такие? Притащили. Кидать меня мишек. Но они большие, чтобы быть. Нет. Не так. Вау. Сейчас мы как бы ему ей подарочки несем, и мы такие, привет. Да, детка, мы принесли. А мы тебе поесть принесли. Ну-ка. Как она отреагирует? Смотрим. Ну, она заценила уже мои кроссовочки. Я ничего не вижу. А, вот. Да, я ничего не вижу. Чё за дерьмо? Он брал деньги у Тикея. О, боже. О, нет! У нее же там ничего нет, чтобы ее туда бить, приятель. О, боже, он не разбирается в человеческой анатомии. Я тоже об этом подумал. Мне это лицо пробивает доспех. Он был новеньким. Я видел его до протеста. Это хорошая, как бы, вещь. Тикей, наверное, продумал это все в группе. Это его грязная работенка. Тогда мы узнаем, что же он об этом знает. Фрэнк, сними сраную маску, Фрэнк! Deep End. А, я cover wars, you know. Вот это его коронная фраза была раньше, что ли. Мерзкий. Чё? Сколько здесь кейсов? Здесь ёбаная туча кейсов, оказывается. А ты и не знал. А ребята-то и не знают. Не знал. Ты, типа, сохраняешься, да? Да, а ты нет? Тебе, типа, чё говорят? А да, мне там пишут, что вообще, на самом деле... Ладно, вообще, а Миша как-то оставить тут можно. Баба, возьми, я тебе дарю. LB нажимай. Вижу, говорит! Короче, если тут была маленькая девочка, то мы могли ей его отдать. А... Кстати, я своим мечом интересно подсвечивать, могу себе дорогу как... Этот, телефон такой. Вот представляешь, тебе в край эфир пригодился лазерный меч подсвечивать себе путь. Я думаю. О, да я думаю, мне в край эфира любое дерьмо пригодилось бы. Из этой игры, причём, да. Причем без шуток, дерьмо бы мне реально пригодилось, я бы просто кидался в них. Дерьмо мы убегал. В общем, бежим. А там у меня просто ничего нет. Сейчас Royal Flash Plaza. Plaza. Америка Пипихинт. Things are starting to heat up. Пипихин? Какой Пипихин? Да, да. Ну, мне предложили что-то связанное с этим. Ну, у нас это время идет. Сейчас я коробку. Я сейчас сделаю, наверное, себе дубину. Мне Чарли лижет ножку. Это приятно так. И странно в одно и то же время. Я даже не стал говорить, что Юнова Таймин лишит ножку. Потому что... Что? Что происходит? А, ночь. Короче, они из них будут бабочки появляться. И кого-то пожрали. Или нет. Я не помню, связана ли ночь с бабочками.
Нет, ночь никак не может быть связана с бабочкой. А почему мы этого перца не видели? Или он был мертв? Может, они будут злее поначалу? It's time to... Это время ворваться в банк, Вегас стайл. Там, короче, видимо, ограбление банка сейчас будет какое-то.